Всем привет! Вы на канале Топ Армии. Президент Беларуси Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин произвели необычное впечатление на участников саммита ОДКБ. Согласно моему мнению, Лукашенко, выступая в роли хозяина мероприятия, старался обеспечить его высокий уровень и продемонстрировать подлинное белорусское гостеприимство. Однако по завершению саммита произошло неожиданное событие, которое вызвало интерес в мировом сообществе. Лукашенко лично предложил провести Путина до аэропорта, что, по моему мнению, является несколько нестандартным поступком. По словам источника, после окончания мероприятия оба лидера покинули президентский дворец вместе, а затем Лукашенко проводил Путина до аэропорта. Этот необычный жест вызвал мое удивление, поскольку дипломатический протокол обычно не предполагает личного провожатого от хозяина саммита до аэропорта. Я выражаю свое удивление по поводу этого поступка Лукашенко, подчеркивая, что такой жест может трактоваться как особое внимание к одному из участников саммита и, возможно, даже вызвать недовольство у других членов ОДКБ. Тем не менее, хотелось бы отметить, что, учитывая специальные отношения между Россией и Беларусью, подобный жест со стороны Лукашенко мог быть свидетельством уникальной дружбы и близких отношений между двумя странами. Решение Лукашенко лично провести Путина в аэропорт привлекло много внимания. Этот жест был расценен как символ тесных отношений Беларуси с Россией. А что вы думаете о этом необычном жесте президента Беларуси Александра Лукашенко, который лично проводил лидера России Владимира Путина до аэропорта после саммита ОДКБ? Какие, по вашему мнению, могут быть причины такого нестандартного поступка? И как это может повлиять на отношения между Беларусью и другими членами ОДКБ? Поделитесь своим мнением в комментариях под видео. Но на этом выпуске от канала Топ Армии не заканчивается. И чтобы не пропустить следующий, надо проявить недюжую смекалку и найти кнопку подписки. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока-пока.